Лурде, южный маленький городок на берегу реки Гароны, который был мало чем известен до середины 19 века, до тех пор, пока крестьянской девочке Бернадетте Бабаро не явилось видение в 1858 году. В 1858 году крестьянской девочке Бернадет Бабаро явилась Дева Мария, и эти видения повторялись несколько раз. И все чудо состояло в том, что через какое-то время на месте, где было видение, забил источник. Это место было признано святым, и было признано это святое одним из 65 святых мест, которые признала церковь. Танчики, отели на берегу реки Гароны. Очень приятный вид, зелено, славно, тепло сегодня. Сегодня 26 сентября. 26 градусов. Средневековая крепость и стены вокруг нее. Одна из улиц. Местный музей. И вот мы видим святую Бернадетту с ягненком. Неизвестного солдата и памятник павшим в боях за освобождение Франции. Это успешного Нотр-Дам. И слева мы видим памятник епископу, который признал видение Бернадетты в 1858 году. Итак, это памятник святой Бернадетте, девочка, которой было 14 лет, которая в 1858 году начала являться Дева Мария. Собор на площади перед источниками, это забивший источник после видения, привлекает сюда массу пилигримов, а также инвалидов, которые считают, что нам поможет излечиться от болезни. Боритесь этой Девы Марии. Источник, который забил после видения Бернадетты, считается целебным источником, и он привлекает сюда массу больных и инвалидов. Здесь бывает примерно 5 миллионов туристов в год, туристов, пилигримов. Это вот это
все место, которое, которое было построено вокруг грота, целебного, целебного озера, целебного источника. Купол корона на церкви, на базилике Святой Марии. Девы Марии. Видно город с часовней Святой Анны. Смотрим на толпу пилигримов, верующих, которые пришли сюда, и среди них много инвалидов, которые верят в то, что им поможет этот целебный источник, и Богом в помощь, пусть им будет легче, пусть они выздоравливают. Набирает святую воду. А вот и лист. А это Кристина отель, где мы сегодня ночуем в Лурде. А вот видно город опять Это видно город со стороны одного из мостов через Гарону. И мы прощаемся с Лурдом. Спасибо. И дай Бог, чтобы всегда попадать здоровым, а не больным. На площади в Лурде. Здесь сюда пришли десятки тысяч молящихся. И в том числе мы. Мы не молимся, а просто из солидарности. Потому что никогда, нигде больше мы этого не увидим. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Meditando en sus misterios dolorosos. L'agonia di Gesù nel Getsemani. Amen.
le couronnement.